Всем привет, ребята! Шикарное обновление! Просто вот, ребята, шикарное обновление. Я, ребята, очень рад. Появился вот такой персонаж. Мы его, конечно же, берем, появился Флауи. Появилось все. Ребята, просто все появилось. И здесь блеф появился. Испытание без движения с костюмом и с музыкой Хава на карте первой локации. А вот у меня проблема. Где? Чтобы разблокировать музыку, пройдите минимум средний уровень сложности с костюмом Фавы на карте первой локации, стоя на месте, не используя способности с движением, например, телепорт. Чтобы разблокировать музыку, пройдите минимум средний уровень сложности с костюмом Фавы. Ладно, короче, погнали. Вот, первая локация. Костюмы. Нет, костюмы. Что? Ребята, Что? Как? Что? Пасхалки? Это скринер. Что? Ребята, появился Дельтарум! Ладно, костюмы для Фавы. Забыл Фавы. Чтобы раскрыть костюм, пройдите любой уровень, стоя на месте. Окей. Да, он не смысл. Сейчас. Шикарное обновление. Ребят, только я почему-то не знала, как сделать кое-что. То есть, вот смотрите. Вот я сейчас буду проходить. Я видел на ютубе то, что можно отталкивать как-то. Как? Так, чтобы этот, короче, останавливаться на время было. Как это делать? Нет. Что? Что надо использовать? Сейчас, ребята, у нас просто... Ребята, напишите. Как? Как это сделать? Я не знаю, ребят, я реально не знаю, как это делать. Потом устанавливаю время и можно типа ставить, а потом оно все само. Я не знаю как. Первый бах на один. А чё я сюда зашел? Мне ж надо этот... играть. Того, ребята, персонажа мы обязательно... сможем открыть. Так, сейчас надо... Стою на месте. Вот и как? Какую кнопку мне надо нажать?
Я опять двинулся. Ребят, я понял. Я научился это делать, я научился. Ребята, куча радости, куча эмоций. Сейчас мне интересно, как Сьюзи открыть. Прикольно, уже сразу же нашел собак. Так. Сюда. Победите Фриск в костюме Розии на легком уровне первое, играя за Фриск с костюмом Крис. Ну как Розии пить? Победите Фриск в костюме Криса, темный мир. Криса. Темный мир, когда на вас найдет костюм. Надет костюм Азалия на средней сложности и Льюис. Победите Фриск с костюмом Криса на любом сложном уровне, когда на вас надет скин Розия Темный мир. Ладно, мы вообще-то фавы хотим открыть. Так. 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 Сейчас мы начнем. Сейчас, ребята, бесконечные атаки у меня. Это хорошо. Так, все, наконец-то. Я ж типа не использовал город. Да. Я ж не использовал город. Интересно, какие способности у Фалы? Вот я просто, ребята, не знаю. Я не знаю, ребята. Так, хорошо, теперь мне надо купить, а у меня монет вообще ноль. Почему так много? Почему так много? Ладно, ребята, подождите. Это было недолго. Я даже поиспользовал вот этот урод, который останавливает время. Ну что, погнали. Теперь это у нас получится. Нет, ребята, кейсов новых не добавили. К сожалению. Так, купить монеты. Так вот давай сделаем. Костюмы. Фалы. Погнали, погнали, ребята. Погнали. Так, теперь нам что надо делать? Теперь музыка.
Your Lost Friends. Чтобы разблокировать музыку, пройдите минимум средний уровень сложности с костюмом Фаули на карте первой локации. Стоим вместе, не используя способности с движением, например, телепорт. Нормально. Давайте, погнали. Мы хотим открыть персонажа Фаули. Нам интересно, что он делает. Он дисблеев 8. У нас на ютубе. Большого папируса я не собираюсь открывать. У меня тут лагает на той карте. Нормально, минимум нормальный уровень. Минимум. Вот такой. Допустим. Стоя на месте. О, уже помиляет хвостиком. Улыбается. Она уставшая. Еще один баг. Ребята, вы уже увидели 2 бага. Поздравляю. Ребята, вы уже увидели 2 бага. Ну, почти 40 оп. Музыка Фаули разблокирована. Ну, пожалуйста, не 5. Пожалуйста, 2 М или 1. Будет вообще круто, если 0 монеток. Вот, ребята, если вы забыли, какой баг. Вот. Так, музыка. Ну, издевайтесь, мне опять надо фармиться. Опять, ладно. Ладно, ребята, я вам покажу, как я дерусь. Ребята, я по старинке. Всегда по старинке. Вот так. Ребят, по старинке. Оу! Что она так медленно улетает? Так. Получаем 500 опов. Так, файл 3 загружен, бла-бла-бла, мы все это знаем, желтый экран. Покупаем 7, ребята, 7. Так, теперь нам заново надо там прочитать, что там надо сделать персонажа. Чтобы разблокировать персонажа, пройдите испытание без движения с костюмом с музыкой Фаули на карте первого. Ладно, окей. Испытание. События. Так, испытание. А что надо сделать? 100 опов! Да вы чё? Издеваетесь? И опять. Серьезно. Просто 100 опов не знаю. Кстати, я заметил эти частички такие.
Так. Еще третий бах. Нажал на сердечко, а сердечко опять синим мигнуло. Хотя оно и было синим. Ничего, непонятно, ребята, я согласен. Ребята, в новой версии уже 3 бага. 3. 3 бага. Как 3. Ребята, это, наверное, не видео, как открыть файл, а без бетайм. В смысле, испытание без бетайм. Мысли. Ладно. Без бетайма, так без бетайм. Что это было? Как это пройти без бетайма? Испытание без бетайма. Как это пройти? Может, мне просто... Реально без бетайма. Так, ребята, вспоминаем лайфхаки. Как убиваем мучару. Так же самое и Фриск. Нормально, слушай. Это будет долго. Наконец-то. Наконец-то я прошел. Со второй попытки. В смысле? А что я неправильно сделал? Стоп, еще раз. Там не испытание было? Или мне показалось? А где? Где это без движения? Это без бетайма. Испытание. Без бетайма. Чё, прям в конце? Ладно. Так. Блин! Ребята, неужели это в самом конце испытание? Нет, я не верю, это невозможно. Если да, то... Сколько я буду фармиться? Час? Два? Так, ребята. Пытаемся, ребята, мы сможем. Мы сила. Это ролик я, наверное, разделю на 2 части. Потому что очень много выйдет. Так, события, испытания, прокачиваем. Синяя,
синяя душа. Чего? Чего? Что Флавий прыгает? Чего? Оно рандомное, я так понял, да? Блин, ребята, это сложно. Ошукаряться легко будет. Слушайте, ребята, это прикольно. Чё он? О. Сложно. Ладно, ребята, я попытаюсь. Как это пройти? Ладно. Ладно, ребята, если вам нравится этот ролик, ну, понравится этот ролик, и если вы хотите еще, то мы должны набрать под этим роликом один хотя бы лайк. Если будет один лайк, то я сразу же выпущу новый ролик про продолжение. Если... Ну, короче, подпишитесь на канал, если вы хотите еще такую серию, только продолжение получить файл, а потом подпишитесь, блин, если вы напишите комментарий. Это будет очень сложно. Вот. То я сделаю. Я продолжу. Ну, всем удачи и всем пока-пока!